Мы идем в полис. Вместе. И будь что будет. Малыш не захотел уходить. Что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Там кто-то есть. Отсюда трудно видеть. Там люди. Боятся, что на них нападут. Но не злые. Кто такой? Все гаразд, мужики. Приберіть стволи. Це ж рейнджер з полісу. То ти на кільце зібрався? Тоді поспішай. Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. Можеш поторгувати з хлопцями. У нас перекур ще хвилин на 10. Потім рушимо. Давай, дорогой, я тебе патрон поміняю. Смотри, какое состояние! Ни царапинки! Бери, не подведет! Ну, пока! Впереди люди. Ждут нас. Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Входы, выходы, люки, вентиляцию. Чтобы через 15 минут знали, как свои 5 пальцев. Задача ясна? Так точно, товарищ лейтенант. Выполняйте. И тут нету. Чисто. Никого. Внимание, противник! Где? Сейчас не вижу! Ищите! Если упустим, сорвем все задание! Наших бьют!
Я видел такое у тебя. Полезное? Теперь понимаю, для чего. Принесу еще. Я здесь. Я могу помогать. Силы одного не всегда достаточно. Кулагин, ты с Минкиным пройди по маршруту. Может, еще караван нагонят. Клевицкий остается со мной. Есть, товарищ лейтенант! Есть! Не догоним, точно. Они давно... Что ж, Чузе, кто здесь? Хрень, Мелина. То ли почудилось, то ли есть то. Сквозняк все же. Так и простыть недолго. С недосыпой не такое чудится. На блюде! А ну скрылся, бесновать! Есть! Что есть? Мне что, вас всех за ручку везде водить? Опять люди. Знают о нас. Очень красные. Очень хотят убить. С тварью! Рейнджера в расход тварь взять! Ты смотри, не забыл! А где же тогда твоя жизнь? Тревога! Жина! Враг на территории!
Здесь тоже они, черно-красные, боятся тебя и все равно хотят убить. Ты его знаешь, и он тебя. Здорово, лесничок! Как все, спокойно? Да, порядок. Чего нас тут вообще поставили? Ну да ладно! Пост сдал! Что-то видно важное. Пост принял, бывай. Прекрасно, Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытание вируса. У вас, кажется, были подходящие... деловые партнеры. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей, дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! Ты убил Рейнджера и предал орден! Ты думал, это сойдет тебе с рук? Это мы еще посмотрим! У меня есть неплохой козырь. Ты? Приступайте. А вот Красную площадь, Павел, бери на себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно.
но больше не могу. Устал. Он очень плохой, но ты прав, убивать хуже. Кто посеял ветер, пожнет бурю. Черный открыл для меня мысли Лесницкого. Я знаю то, что знает он. Война уже бушует в них. Семена, которые посеял Корбут, взошли. В полисе созывают мирную конференцию. Смешно и глупо. Война уже началась и не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить ее, пытаются остановить ураган руками. Я должен добраться до полиса, разоблачить лжецов и встретить бурю. Здесь тени. Много. Не видят меня, не слышат. Живут и не живут. Очень странно. Вот они. Маленький человек здесь ищет другого человека, не такого, как ты. Женщину? Да, женщину. Маму. Лучше. Thank you.
это называется? Ракеты. Запомню. Здесь нужно вверх. По лестнице? Теперь знаю. Да. Там крылатая. Будь осторожней. Он до сих пор не понял, что умер. Думает, что сейчас придет мама. А она не придет. Никогда. И ко мне тут. Это не тень. Ты сам. Давно. Очень давно.